Кюсси, Моду Амойзу, Андру Нуус, Юндрик Хьюайен. Четвертый колосс и вправду огромен, но страха не вселяет. Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала Energames. А вот и чудо-конь подлетел. Чудо-конь, тоже тебя приветствую. Продолжаем мы прохождение игрушечки под названием Shadow of the Colossus, в тени колосса. И отправляемся мы сейчас за четвертым колоссом. Трех колоссов мы уже разрушили. Мы уже победили, разрушили их статуи. На очереди четвертый, и это четвертая серия. Опа, как-нибудь по взаимодействовать с голубями можно все-таки? Смотря, не улетают. Три голубя, кстати, три колосса, три голубя. Ладно, потом это как-нибудь. Агро, давай за мной. Давай-ка за мной. Как, кстати, в игре оказывается всяких очень много предметов можно собрать. Ну, как вы уже знаете, да, как мы уже смотрели, вот этих вот маски, мечи. Кстати, вот этот вот меч какой-то тут вот не меч солнца, а меч Дормина, что ли, даже как-то он здесь есть, блин, в списке вообще. Излучает даже он. Он излучает темное сияние, темный свет. Его можно только найти после того, как соберем мы 100 золотых монет. Помните, две золотые монеты мы на первых двух колоссах собирали, вот эти вот светящиеся музыкальные там предметы. Это, оказывается, золотые монеты. Посмотрел я на ютубе у одной летсплейщицы на канале Тети Вали, по-моему, называется. Вот, и там все это подглядел, все это подсмотрел. Ссылочку чуть позже оставлю в описании видоса. О, нам сюда вот надо, кстати. Нам сюда надо. Давай-ка отправимся туда, недалеко, наверное, четвертый куст. Так, агро, погнали. За наградой очередной. Так, правильно, сюда, все, света нету, ладно, попозже чуть-чуть. Опять ящерицы. Кстати, ящерицу, когда мы убиваем, хвост ей, вот самое главное, рубануть. Давай-ка здесь пройдемся немножечко пешком, попробуем, может быть, ящерицу еще пострелять. По-моему, увеличивается выносливость, но могу ошибаться. Так, где хоть одна ящерица, вон она ползет. Давай попробуем не убивать ее, а пригвоздить ей хвост. Получилось? Не получилось, конечно же. Она вот бывает... Блин, я ее убил. Хотя нет, собрали мы что-то, собрали. Что-то какой-то звук сбора был. Да, блин, попади ты. Очень сложно целиться. Притворилась. Не притворяйся, мы знаем, что ты живая. Прибавляется полоска, нет? Ладно, потом как-нибудь поэкспериментирую. Погнали дальше, Эдра. Сколько тут ящериц, смотри. Надо запомнить это место, сюда вернуться, пострелять их. Надо запомнить. Опа.
Ух ты, каталкомбы какие-то. Какое-то убежище. Так, дальше, наверное, без коня. Потому что там проход очень узкий. Так, здесь залезть, осмотреть ничего нельзя. Ничего невозможно. Ну, монетку, мало ли, мы найдем. Может, какую-нибудь маску еще. Размечтался. Блин, конь за нами идет. Кстати, можно было и на коне здесь пройти. Ладно. Думаю, не обидится. Так, сверху, сверху, сверху. Нигде пройти нельзя, правильно? Нигде. Так, осмотреться надо. Блин, очень плохой обзор дает наш герой, блин. Так, там никаких разрушений, никаких катакомб нету, никаких разрушенных алтарей. Не видно никаких построек. Здесь тоже навряд ли что-то лежит. Пока в центр не пойдем, давай-ка пока вокруг пройдемся, оглядимся. Уже практически у центра, блин, в центр не пойдем. В принципе, не вылазит. Не вылазит у нас колос, значит, может быть. Ух ты, ёптать. Ёлы-палы, это он там впереди? Блин, это он там впереди, похоже. Ну-ка, подожди, а тогда это что? Я думал, может, он отсюда как-нибудь вылезет. А это что тогда за катакомбы? Ух ты. Интересненько. Здесь от него, наверное, прятаться. Здесь как-то с ним надо, наверное, сражаться. Ничего, никакой монетки тоже тут не видать, никаких предметов. Ладно. Погнали. К колосу. Так, где он? Вон он. Ну что ж, мы готовы, подымайся. Не хочет, смотри. А вот, все. Он полностью из камня, что ли? Нет. Ага, видим. Вижу, вижу, вижу смертельное больное место. Так, а если меч, 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 достань меч, меч, меч. Меч что нам покажет, а меч ничего не показывает, потому что солнца-то тут нету, ты не на солнечной стороне стоишь. Вот сюда вот к солнцу, если отбежать. Агро, уйди оттуда, вот, дурень. Какая-то лошадь. Так, ну-ка. Ну, естественно, на голове. Дальше что у тебя, где больные места? Нету больше больных мест. Висячки. Капец. Как же тебя бить? Связано. Вот это вот место как-то что-то и да означает.
мы обошли его. Да. Так, однако, ладно, давай посмотрим, где он там сидел, где он там тут находился. Может, здесь какая-то монетка лежит. Пока посмотрю здесь территорию, потом будем думать, как его победить. Лежбище. Нету никакой монетки. Нету тут никакой монетки. Плохо. Агра, ну чё подскажешь? Чё, как его бить-то? А, подожди, откуда мы спускались? Вон там на него запрыгнуть, может быть, и можно. Только смысл тогда вот этого подземного перехода. Правда, зачем он нужен? Да, вот отсюда попробовать на него залезть, запрыгнуть. Идешь за мной, идешь. Па-бам, нифига себе, здесь еще ущелье, смотри че. Подожди, а что за ущелье? Обмани Колоса, чтобы оказаться у него за спиной. И чё толку? Так, куда это я спустился? Что мы тут найдем? Куда это вообще дорожка? Это не к другому Колосу мы сейчас выйдем. Опа, монетка. Нашли. Нашли еще одну монетку. Ура, ура, ура. Не зря мы с тобой спускались. Три монетки найдено. На месте третьего Колоса я... ходил, осматривал там все, отплавал, но не нашел. Может, плохо все осматривал, конечно. Надо будет еще как-нибудь попробовать. Так, обмани Колоса. Если говорит обмани Колоса зайти со спины, значит, что значит? Значит, что? Значит, по-моему, не туда идем. Не туда. Давай пройдем здесь, посмотрим, что тут. Значит, все-таки вот этот подземный переход надо использовать, если говорить обмани. Ну да, что-то как-то мы не сюда вышли. Нам в другую сторону вообще надо. Тут ничего нету. Обмани Колоса. Вот тут можно, наверное, вверх подняться. Да, давай попробуем. Поднимешься. Поднимешься. Заодно проверим это место. Можно отсюда на него... Да блин, что ты, блин, застрял-то? Лезь. На него здесь запрыгнуть. Или все-таки обманывать придется? Да понял, я понял. Что надо его обманывать? Не, он сюда не пройдет. Твою пропасть мешает. Ай, в брюхо ему стрельнуть, да? Может, под ним вообще надо пройти?
На! Нифига не боится. Че, он ногами просто стучит? Просто ногами стучит. Ладно, пойдем обманывать его. Так, за манекулоса. Чтобы оказаться у него за спиной. Давай, иди сюда. Я пока чайку глотну. Опять камера автоматом, блин, куда-то под ноги колоса вот смотрит. Я навожу вот так вот камеру, камера автоматом, блин, спускается. Че у тебя там под брюхом есть что? Давай сюда, сюда иди. В центр заходишь вообще? Ага, легко. Ну и славненько тогда. Так, он не сюда. Да, он сюда вот, по-моему. Он как-то наклониться должен. Не видит меня? Вот. Зараза. Конь, 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 агро, 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 агро. Иди сюда. Есть. Отлично. Как я рад, как я рад, что приехал в Ленинград. Теперь можно отдышаться, выносливость приподнять. Тихо, 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 блин, особо-то не расслабляйся. Давай ползем к этой метке, пробегаем вообще. Все, ты наш. Давай, давай, парнишка. Первый удар есть. Давай посильнее. За сандалем. Видим, вижу вторую метку на голове. Еще раз посильнее. Держись, держись, держись. Мужик, держись. Ради любви. Убавляйте шоколадное здоровье, что-то. Так, отдышаться надо. Выносливость восстановить. Все, красота. Чуть помню, нифига там, блин. Да, что это как-то. Может, уже на голову надо переходить? Да, на голову надо переходить. Он дымится, значит, туда. О, есть контакт. Красота. Да, безвредный колос. Правда, подсказочка демона, блин. Подсказочками демона. Не знаю, но на сложном уровне, может быть, проходить не будут этих подсказок. Хотя сложный уровень, мы уже будем знать, как их валить. Можно было без подсказок, конечно, было бы нам, может быть, интересно голову поломать. Как его завалить, как на него, как на него залезть, точнее. Тихо, 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 надо отдышаться, надо отдышаться. Стой, пока тут. Опа! Опа, опа, опа!
Однако опасно это сейчас было. Хороший удар. Отличный удар. И еще отличный удар. И давай следом, без остановочки. Еще прям один хорошенький удар, и все будет на мази. Есть. Приз получен. Земля над гробей. Четвертый колос минус. А если я бегу? Блин, не получилось убежать. Не получилось убежать. И опять туннель. И опять храм. Сейчас четыре тени будут над нами стоять. Интересно, четыре голуби будут сейчас у надгробия любимой, у алтаря. Или не знаю, может, нелюбимая, может, сестра. А то все любимые, любимая, любовь. Любовь к сестре, да, но нелюбимая, может, еще. Может, сестра. Любимая сестра. Опа, смотри, какая заставочка. Конь к ней подошел. Агр, ты чё? Все будет в порядке. Осталось всего 12 колос. Через туманное озеро. Ух ты. Птица какая-то, значит, пролетает. Нелегко, ну. Дальше уже, наверное, трудные колосы пойдут. Это пока, наверное, разминочка была. Нас подготавливали. Так, что-то там голубь какой-то взвился, ну-ка. Четвертый, да, голубь? Ну-ка, Агро, иди сюда. Да, четыре голубя, смотри. Каждый колос, поверженный колос, один голубь добавляется. Теперь четыре голубя. Так, ну что, братцы, четвертая серия подошла к концу. Всем спасибо, кто досмотрел. Благодарю за лайки, благодарю за подписочки, за вашу поддержку. Увидимся в пятой серии. Всем пока-пока.